Два года назад мы пересмотрели подходы к мерам государственной поддержки сельского хозяйства и каждый год их стараемся последовательно расширять. Делаем это для привлечения инвестиций, стимулирования крестьянско-фермерской инициативы. И надо отдать должное, что уже имеем соответствующие результаты. По итогам прошлого года был увеличен объем скота и птицы в живом весе. Производство мяса возросло на 20%, сыров, творога, кисломолочной продукции на 8%. Введены в эксплуатацию 7 крупных животноводческих комплексов. За последние два года в ВПК успешно реализованы 17 инвестиционных проектов. В конце декабря 2017 года началось строительство тепличного комплекса «Сосногорский» на площади 13 гектар. Реализация проекта позволит обеспечить население республики и других регионов России экологически чистыми томатами и огурцами. В результате интеграции птицефабрики «Зеленецкая» и птицефабрики «Сыктывкарская» создан крупный холдинг, объединяющий свиноводство, птицеводство мясного и яичного направления, начата реконструкция производственных мощностей Сыктывкарской птицефабрики. В прошлом году в республике заработала федеральная целевая программа по развитию мелиорации. В результате ее реализации восстановлено почти в три раза больше гектаров мелиорируемых земель, чем за два предыдущие года вместе взятые. Мы намерены дополнительно поддерживать крестьянские и фермерские хозяйства в этом году и увеличиваем объем государственной поддержки на 26%. Мы к запуску готовим народный проект вот сейчас по переработке нашей продукции. Сейчас уже вошли во второй этап. Вот, надеемся, что все пройдет, что все будет хорошо. Планируем делать колбасу ливерную, ну, полуфабрикаты, пельмешки, котлеты. Планируем закупить пельменное оборудование, коптильную установку, весы с печатью этикеток.